А, все правильно мы идем, да? Правильно, правильно. Я вас где-то видела. А знаете где? Что так говорят? Знаете где? У вас нет. А ваша теща зять не нужен, а? Это уроки пикаперства на Юмор ТВ. Пикап. Знаете, я всю жизнь мечтала найти мужчину, который умеет печь. Кто из вас он? А кто свободный мужчина, который умеет печь? Ну я. Можно я вас обниму? Да, конечно. Это его первый контакт, женщина, аккуратно. А вы не по апдейте случайно? Вы говорите по-русски? Молодчик, вы не из ЦУМа? Из ГУМа? А, что там еще из трех букв есть? Из ЦАО. А, из Тойоты, господи, пойдем. Do you have a girlfriend? Seems like yesterday we used to rock the show. You speak Russian. Молодой человек, здрасте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к спорту? Ой, вы знаете. Как дела? Как ты относишься к спорту? I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the top of the dough. Что ты делаешь здесь? Да нет, вот там вот можете взять этот самый. Подарки? Да. А что дают? Ну, сначала нужно этот. Do you know what is VDB? Нет, там тачки раздает парень такой. Ну, тачки раздает? Это те, которые по огороду. Мы не там гуляем. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Ну че, ну че? Че, ой, девки-то, ой, не знают. Спорт появился в моей жизни в 1993 году, в год моего рождения. И я понял, что это моя любовь на всю жизнь. Как Пушкина читает, да? Огненно, страстно, и я не поняла. Пока, Вик! Ну ты и стерва, Вика. А Вика, сучка. Все, ну все, вы что думали, будет какое-то продолжение, что ли? Пошли жрать Мерката, ё-моё. О, нифига, какие здесь парни, девочки. Мне кажется, я в Бронкс только что попала. Как мы удачно зашли. Пришли, девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребят.